Мужики, всем привет! Жду запчастюлины на тот тракторок и попутно занимаюсь установкой коробки на этот проект. Ну, видос, в принципе, сегодня не об этом. Буквально на днях посмотрел на канале у Артема Тимофеева, как он сделал себе реверс на привод спидометра. Потому что, когда мы ставим двигатель над коробкой, и шкивы смотрят в одну сторону, коробка у нас вращается в обратном направлении, и спидометр не работает. Так вот, Артем сделал реверс, чтобы начало показывать хоть какие-то цифры. Было у него немножко токарных работ, сварочных работ, но мне показалось это все слишком сложно. И решил я раздербанить вот такую вот панелечку и все это дело упростить, заставить спидометр работать даже вот в таком исполнении, да? Вот, ну и бонусом мы еще подключим тахометр. Почему-то видосов я так и на ютубе не нашел. Почему не ставите тахометр на трактора, я не знаю. Ладно, кому интересно, погнали разбираться со спидометром и бонус тахометр. Итак, спидометр достали. Сейчас подключаем все это дело вот таким образом. Скажу сразу, все это буду делать в первый раз. Строго не судите. Поэтому что получится, то получится. Выражу, так сказать, покажу свои мысли. Ну а дальше там уже сами судите. Имеет право место быть, либо не имеет. Все, сейчас его в тисочки зажму для удобства и продолжим. Итак, установил спидометр на тисы, зажал край тросика в патрон от шуруповерта. Имеется повышенная, пониженная. Ставим на пониженную. Представим, что это у нас раздатка, допустим, от Нивы, да, или от УАЗика. Ну и порядка 30, да, километров. Ставим на повышенную, где-то 95. В общем, мало кто знает, а может даже не задумывался о том, что механические спидометры, они работают также и в обратном направлении. Сейчас я вам это все дело покажу. Но нужно снять стекло. Снимается элементарно просто. Отверткой поддеваем вот с этой стороны, здесь такая есть выемка. И попробую одной рукой, конечно, отщелкну камеру, не выключаю. Вот таким вот образом снимается. И что нужно сделать? Нужно просто перекинуть стрелку через вот этот стопорок, да? Ну, проверим. Смотрите, включаем реверс и смотрим. Вот такие вот дела. Стрелка показывает 0. Хотя здесь вот этот стопорок стрелку останавливает на 10. То есть отсчет уже идет от 10 километров. Здесь отсчет пойдет от 0. Вот как-то так. Попробую медленно включить. Сейчас. То есть малейшее движение шуруповерта, стрелка будет отклоняться. Переключу. Вот, как-то так. В общем, не будем сейчас сильно углубляться. Сейчас я разберу еще один спидометр и покажу, как можно все это дело доработать.
Разобрал спидометр еще один, достал оттуда циферблат и удалил оттуда вот этот вот фиксатор. То есть его срезал, он пластиковый там с обратной стороны, срезается и достается. Вот, сейчас я его заменю и посмотрим, что можно с этого сделать и придумать, да. Так, ну стрелка снимается там тяжеловато, но тем не менее делаю я вот таким образом. Подкладываю кусочек картонки с коробки, оторвал, беру вот такой вот зажимчик, вот так подкладываю и с двух сторон одновременно, где самое тонкое место, там шире, здесь тоньше. Блин, надо придерживать, чтобы не выскочило. Вот так вот ее снимаю. Вот. Как-то так. Все. Сейчас отвинчиваем два болтика, меняем циферблат. Так, мужики, ну, заменил циферблат. С вот этой фиксатором снял, поставил без него. И теперь нужно установить стрелочку на 0. Просто вот как есть. Поставить стрелочку на 0. Проверяем. Останавливается на 0. Отлично. Ну что, смотрим. Вот, то есть здесь она 100, здесь 140, да? Если провести линию от 0 до 120, то она как раз проходит через центр. То есть спидометр, будем говорить, работает в обоих направлениях. Вот и все. Элементарно просто. Теперь сделаем немножко по-другому, мужики. Так, ну не поленился, пошел, нарисовал циферблат в редакторе, сделал инверсию цветов, чтобы он был черный, сделал его один к одному. Все, сейчас его вырезаю и посмотрим, что получилось. Итак, вырезал циферблат. Тут, конечно, накосячил сразу, ну ничего, я просто показываю саму идею. Отсюда снял. Вот, сейчас мы это дело вот так накладываем и прикручиваем. Вот этот циферблат можно тупо либо заклеить скотчем, да, и посадить на двусторонний скотч, либо пойти и заламинировать. Вот, где ламинируют документы. Вот, потом аккуратненько все это дело вырезать, появится жесткость и вообще тупо место вот этого жестяного прикрутить его на место. Ну, тем не менее, пока для эксперимента пойдет и так. Все, сейчас это дело вот так накладываю, прикручиваю, ставлю стрелку и смотрим, что получилось. Так, мужики, ну и получилась вот такая вот штукенция. Окна под счетчик не вырезал, так как он будет работать в обратном направлении и цифры будут бежать задом наперед. Ну, они по большому счету-то и не нужны. Вот. Как-то так. Ну, здесь показываю только саму идею. Давайте посмотрим, как это работает. Много. Также много. Ну, давайте на пониженной. Я надеюсь, видно, да? Ну, до 30-очки, почему бы и нет. Вот, как-то так. Данный спидометр, мне кажется, будет интересен, у кого стоит реверс до коробки. То есть, он будет работать как и назад, показывать скорость, так и, соответственно, вперед. Вот такие вот у меня наблюдения, мужики. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.
Я думаю, даже если он будет и неправильно показывать, то намного интереснее, когда на панельной, значит, на панели приборов все-таки работают датчики, да, хоть какие. Хоть какие. Можно, конечно, ему увеличить все эти моменты и вещи, но об этом расскажет в комментариях совсем другой человек. Ладно, на этом, наверное, будем заканчивать. Давайте перейдем к тахометру. Так, мужики, ну поставил клеммы, нашел какие-то старенькие. Сейчас принесу аккумулятор. В общем, наверное, и видос не буду останавливать, потому что много движений. Потом покажу, куда что подключал и почему именно так. Сейчас дверь открою. Дверь этим можно было завести. Вот. Не знаю, почему никто не показывает, как легко и просто все это дело подключить. Точнее, видосы есть, а как это работает, нет. Так, такая штука. Так, вот это все удалить надо. Понадобится три провода, потому что у нас три клеммы. Лампочка выпала. Все, это нам не надо. Есть три клеммы. Я не знаю, видно, не видно. 12 вольт плюсовая, минусовая и импульсная. Все, я сейчас подключаю. Черный самый толстый. Мы его пустим на 12 вольт сразу. Возьмем под клемму. Вот так вот. Есть. Так. Теперь надо вот этот жмут проводов добраться до него. Тут фишки. Тут у нас фишки, мужики. Дальше ищем два провода здесь. Один, который идет внутрь. Я не знаю, что это за провод. Который вот тут сбоку входит. Сейчас я принесу другой двигатель, мы посмотрим, что это за провод. Почему именно до него. Так, а до него что мы подключаем? Так, а мы до него подключаем, по-моему, массу. Масса у нас будет зеленая. Вот так вот. Вот сюда. А импульсный подключаем вот к этому проводу. Так, ну и смотрим, да, сейчас так поставлю, потому что на двигатель поставить она будет трясти приборку. Видно ее? Я думаю, видно. Все, пробуем заводить.
Вот, как-то так работает тахометр. Все, сейчас снесу другой двигатель и посмотрим, откуда идут вот эти провода. То есть зеленый — это у нас масса. Черный провод я подключил, это плюс 12 вольт на аккумулятор. И импульсный, да, у него обозначение М, либо вот единица, я не знаю, подключил на вот этот провод, который пошел вот туда под бак. Все, сейчас снимаю крышку на другом двигателе и смотрим, куда это идут провода. Итак, открыл второй двигатель, он точно такой же, абсолютно. Вот смотрим, масса у нас подцеплена на этот провод, который вот с этой стороны идет крышки, да? Вот. Он, этот провод у нас, мужики, вот он, заходит туда под маховик. Я ни разу их не разбирал, не знаю, что там находится. Если вы знаете, пишите в комментариях, что находится там. Сюда подцепил я массу, не на корпус двигателя. Вот сколько грязи. Повидал этот движок уже нормально. На массу не работает, на корпус. Только работает вот на этот провод. И, соответственно, импульсный подключил на вот этот провод, который идет под бак. У нас тоже он идет под бак. Вот он заходит и идет на вот эту катушку зажигания. Да, вот он, снизу одевается фишка. Это сюда подходит импульсный. Все, ну и соответственно плюс на плюс аккумулятора. Так как генератора нет, можно на генератор было подключить. Если у кого стоит МТЗовский генератор и без аккумулятора, тоже будет работать. Вот как-то так, мужики. Так что на этом, наверное, точно видосик можно уже закончить. Тахометр работает. Спидометр работает в обе стороны для реверса, да и вообще. Вот. Так что всем пока. С вами был Санек. Кто не подписался, подписываемся. Впереди еще будет много интересного. Все.